3 мая 2014 года, Харьков, 11:57 по Киеву. Попал по случаю сюда на площадь, но задним разом решил снять, как тут обстоят дела, особенно после вчерашних одесских событий. Ну, по количеству милиции, более по количеству людей, даже не на демонстрации, а на пикете, понятно, что сегодня ничего не ожидается, и слава богу.